Летом 2024-го на телеканале «Россия-1» состоялась премьера остросюжетной драмы под названием «Русская жена». Это картина о женщине, последовавшей за любовью всей своей жизнью в чужую страну. Режиссером сериала выступил Сергей Пикалов. Главные роли в картине исполнили Карина Андоленко, Юрий Чурсин, Кирилл Гребенщиков, Константин Белошапка, Екатерина Капанова, Иван Васильевич, Алиса Лазовская и другие. По сюжету. Действие сериала происходит в 2015 году в одной из стран Ближнего Востока. Русская девушка Алина, замужем за местным жителем Камилем. Вместе они воспитывают сына Рустума и дочь Таню. Алина также много времени проводит в магазине, дела в котором она ведет вместе с подругами, такими же русскими женами, перебравшимся на восток за своими мужьями. В городе неспокойно, постоянно происходит теракт, людей похищают ради выкупа. Однажды муж и сын Алины бесследно исчезают. Разыскивая их, она обращается за помощью к российскому репортеру Евгению. Во имя любви к своей семье Алине придется пойти на отчаянные шаги, нарушая все принятые правила. Рискуя своей жизнью, героиня отправляется в лагерь боевиков, чтобы спасти близких из смертельной ловушки. По предварительной информации, дата выхода второго сезона сериала «Русская жена» может быть назначена на 2026 год. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.